Нижегородские коммунисты продолжают разбираться в причинах неэффективного использования денег регионального фонда капитального ремонта. Заместитель председателя законодательного собрания Владислав Егоров направил запрос на имя гендиректора фонда Сергея Протасова с целью прояснить, почему в 6 из 11 банков размещены средства фонда под 0% годовых, а также на что были потрачены деньги, полученные в качестве процентов по вкладам. Напомним, ранее стало известно, что почти 1 900 000 000 рублей собрано с нижегородцев по программе капитального ремонта. Около 1,5 миллиардов из них были положены на счета кредитно-финансовых организаций под процент, существенно ниже рыночного. При этом стоит отметить, что на ремонт домов направлено всего 1/4 от общего объема собранных средств. Вопросов более чем достаточно осталось. На какие сроки заключены договоры, да, то есть длина депозита какова по каждому банку, какие суммы, значит, размещены в каждом банке, чтобы нам иметь всю полноту информации для того, чтобы, если мы увидим какие-то сомнительные вещи, уж дальше пускай занимаются этим правоохранительные компетентные органы.